Маши. Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об интересных рейтингах и умном «Вольво». Агентство «Автостат» рассказало нам, какие машины на нашем рынке меньше всего теряют в цене. Для простоты восприятия модели были поделены на категории, в каждой из которых выявили лидера. Итак, в категории «Стандарт» первое место досталось моделям Mazda, которые за 3 года эксплуатации сохранили 92,96 от своей цены. Речь, конечно же, о процентах. На втором месте Toyota, у которой 90,45%. На третьем месте Renault и 88% сохраненной стоимости. В премиальной категории результат весьма неожиданный. Здесь в чемпионах модели Land Rover, которые сохраняют почти 85% стоимости. На втором месте Volvo, а на третьем Mercedes с его 78%. Удивительное дело эти рейтинги. Недавно ГИБДД опубликовал отчет по самым угоняемым автомобилям в Москве. И там печальными чемпионами тоже числятся и Mazda, и Land Rover. Но абсолютным победителем является Toyota Camry. По мнению и страховых компаний, и гаишников, этот седан не перестает интересовать варюг, даже независимо от поколения. Компания Volvo рассказала о системе безопасности нового XC60. Прежде всего, шведы улучшили свою систему City Safety, которая умеет тормозить перед препятствием сама. Теперь она научилась их объезжать, причем на скорости от 50 до 100 км в час. Шведы рассказали, что автомобиль способен объехать пешехода, крупное животное и другую машину. Еще одна полезная система особенно актуальна для тех стран, где скоростные трассы не разделены отбойниками. Она следит за разметкой, и если электроника понимает, что автомобиль выезжает на встречку, то сама вернет его в свою полосу и подаст водителю сигнал. Она тоже действует в диапазоне скоростей от 50 до 100 км в час. Похоже, что уже скоро сами автомобили будут бороться за безопасность на дорогах. А еще появление таких систем – это детали будущих технологий автономного пилотирования. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».